На дорогах Одинцовского округа проводят генеральную уборку после зимы. Два раза в год магистрали моют специальным чистящим средством. Оно безвредно для животных и окружающей среды, но помогает убрать въевшиеся в дорогу реагенты, остатки резины, топлива и масел. Весной работы начинают с наступлением устойчивых положительных температур. Основная чистка осуществляется поливомоечной техникой. Одновременно в рейс выходят несколько таких машин. В зависимости от категории дороги, есть первые категории, вторые категории. Есть, где требуется 3-4 единицы, где 2, где 1 достаточно. Но категории дорог – это от 4 полос, это, допустим, первые категории, вторые, там 2 полосы уже. Третья, одна, по-моему, полоса. Спецтехника Одинцовского ДРСУ на уборку выезжает в утренние часы, когда автомобильный трафик минимально загружен. Но, тем не менее, нетерпеливые водители все же встречаются. Категорично реагируют, как обычно. Кому охота стоять в пробках, допустим, когда мы занимаемся либо ямочным ремонтом, либо мойкой дорог. Начинает сигналить, возмущаться, ну а что делать? Помимо проезжей части, спецмашины промывают шампунем и пешеходные дорожки. Всего в зоне ответственности Одинцовского ДРСУ около 100 километров дорог. Все работы завершат до майских праздников. Полина Толмачева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».